Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет «Семян». Я Засименко Ирина, руководитель проекта. Сейчас я расскажу вам о том, как выглядит оригинальная упаковка с семенами капусты брюссельской «Диамант» Никерсон Цван, это Голландия. В моих руках оригинальная упаковка с семенами голландской компании Никерсон Цван, а именно гибрид «Диамант» F1, он же бриллиант, если брать на русском языке. На упаковке размещена следующая информация. Нанесен логотип компании, наклейка с информацией о культуре, которая здесь упакована, название гибрида на английском и украинских языках, количество семян в упаковке, чем обработаны данные семена, номер партии, масса 1000 семян, и адрес поставщика, а также небольшая фотография семян брюссельской капусты. На обратной стороне упаковки размещена информация на английском языке и голландском. Сейчас я открою упаковку, и мы с вами посмотрим, как выглядят оригинальные семена брюссельской капусты «Бриллиант». Так. Вот я высыпаю семена. Как мы видим, семена обработаны и окрашены в зеленый цвет, без перламутра. Семена качественные, без повреждений. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.